том, что нам готовят американцы, они готовят нам революцию. Почему они это делают под выборы, я сейчас объясню. Это наука, это не просто так. Дело в том, что есть такая, скажем так, наука о системах управления, вообще об управлении. И в системе управления есть такой параметр, как устойчивость. То есть, насколько она устойчива от внешнего воздействия. Это распространяется не только на государство, но и на предприятие, на все, на любую систему управления, неважно, в каких она масштабах. И у этой устойчивости бывают просадки. Они естественны и зависят от ошибок в системе управления. Чем, соответственно, больше ошибок в системе управления, тем менее устойчивая система и тем более глобальные просадки этой системы управления. Так вот, возвращаясь к выборам президента, просадка в государстве, да, в государственной системе управления, просадка всегда происходит в момент изменения кадровой политики. Кадровую политику в стране у нас задает Владимир Владимирович Путин как президент. Соответственно, его смена меняет кадровую политику, и перед, соответственно, этой сменой проходит просадка. Первый момент. Второй момент. Просадка происходит в момент смены поколений. Как раз сейчас и есть та смена поколений, плюс корректировка на период избрания президента. Да? Как раз то же самое это совпадает. Эта просадка совпадает с сегодняшним временем. То есть, если учесть то, что выборы у нас, насколько я помню, в марте, да, 2024 года, а объявляются они месяца за 3 или за 4, значит, как раз в конце этого года будет самая большая просадка системы управления за всю историю существования России. Именно на эту точку они давят. Именно поэтому было столько много у них попыток начать цветную революцию в России. Но по факту это были не то чтобы попытки, а тренировки. А вот теперь они будут возьмутся всерьез в конце этого года. И темой революции тут она очевидна и легко просчитывается. Если спецоперация не закончится в этом году, если она переходит на следующий год, это означает, что предлог будет следующий. Идет война, объявляются выборы президента. Соответственно, так называемые псевдопатриоты начинают кричать, верещать о том, что о каких выборах может идти речь, идет война, никаких выборов не может быть. Уходят на Майдан с этим предлогом, ну, на революцию. Обратный пример. Если идет война и выборы откладываются до момента завершения спецоперации, те же самые люди выходят на площади и кричат то, что Путин узурпатор, он нарушил Конституцию. Вот, то есть, как ни крути, есть серьезный повод вывести людей на площади. Соответственно, самый лучший сценарий – это закончить спецоперацию победой в конце этого года. То есть, к концу года, чтобы уже никаких боевых действий не шло. Это что касаемо самого процесса, да? Дальше, если все-таки не выходит закончить спецоперацию, что нужно делать тогда? Нужно перекрыть, скажем так, оружие американцев, благодаря которым они могут совершить государственный переворот. Это убрать с улиц революционную массовость. Они будут делать ставку на молодежь. Понятно, что ну, молодежь хоть и воспитывалась уже по американским лекалам, но тем не менее она патриотична, и они любят свою родину, как правило. И резонно они недовольны многим, что происходит в стране. Но дело в том, что у них не хватает информации разобраться в реалиях, да, современности, потому что все информационное пространство занято просто помойкой, и этой помойкой владеет Соединенные Штаты Америки. И, соответственно, это они вбивают молодежи в голову.
Так значит, основная задача — убрать эту молодежь с улиц. Каким образом это можно сделать? Объявить всеобщую занятость населению. Все для фронта, все для победы. Всех технарей отправить в военно-промышленный комплекс. Отучился, прошло 3 месяца, не смог устроиться на работу, тебя призывают в военно-промышленный комплекс на предприятие. Все. То есть у американцев, получается, мы выбиваем вот эту революционную массу. Они никого не смогут больше вывести на улицу. Дальше. Народу и солдатам нужно объявить, за что мы сражаемся. Сегодня объявлено, против чего мы сражаемся. Мы сражаемся против фашистов, да, против врагов, ну, против фашизма, да, основной тезис. Но половинами войны не выигрываются. Нужна вторая половина. За что? Против чего? Понятно, за что? За олигархов? За Путина? За депутатов? За кого? Да? Вот сейчас нет этого вопроса, и никто на него не может ответить, кроме нодовцев. За светлое будущее, ребята, за справедливый мир, который нас ждет после победы. Но его нужно объявить. Его нужно объявить сейчас. Это нодовцы знают, что он будет, потому что мы все сделаем для этого, чтобы он был. Но простые люди, которые не вникали в эти процессы, не изучали, не разбирали эту тему, они не знают. Они видят, что сегодня происходит в мире, всю вот эту тотальную несправедливость, воровство, коррупцию и прочее, и за это они не хотят сражаться. Тем более им даже земля, их родная, не принадлежит. Она принадлежит олигархам. О чем и речь. Поэтому нужно объявить, что после победы спецоперации мы будем строить справедливое общество, где вся земля, недра и природные ресурсы будут принадлежать народу, как единому субъекту права. И учредителем государства тоже будет весь народ, как единый субъект права. Только в этом случае можно сподвигнуть весь народ на героические подвиги, потому что он будет бороться за свою землю, а не землю олигархов. Понимаете? Соответственно, вот на основании этих тезисов, на основании таких заявлений, впоследствии, после победы в спецоперации, нужно и менять Конституцию. Вот внести вот эти вот поправки в нее хотя бы на первом этапе после победы. Но объявить уже сейчас, что они будут после того, как победим.